Мальцев Иван Александрович. Родился 25 февраля 1918 года в селе Новокрасиво Ефремовского уезда Тульской губернии. В 1939 году был призван в ряды Красной армии и направлен в Краснодарское военно-авиационное училище. Его боевой путь начался в мае 1943 года. К концу войны гвардии капитан Мальцев совершил 149 боевых вылетов. 26 октября 1944 года заместителю командира авиаэскадрильи 7-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старшему лейтенанту Ивану Александровичу Мальцеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В наградном листе, подписанном командиром полка гвардии подполковником Хашпером, указано: «За отличное выполнение боевых заданий и проявленное при этом мужество и героизм, за совершенные 96 успешных боевых вылетов и уничтоженные при этом 16 танков, 53 автомашины, 7 железнодорожных эшелонов, 3 паровоза, 75 вагонов, за умелое воспитание летчиков и хорошую штурмовую подготовку». Своими боевыми успехами Иван Александрович Мальцев заслужил большой авторитет и уважение всего летного состава полка и продолжил свой героический путь в качестве командира эскадрильи. Мы помним героев, мы гордимся земляками.